Всем привет. Итак, парни, быстро, вкратце расскажу, как я бы нападал на каждого. Нападал бы наземными. Первое надо учитывать защиту крепости клана и докуда можно ее вытянуть. Вот, допустим, и сюда можно вытянуть. То есть, Саныч, нападаешь варвара одного сюда или двух, потом еще одного сюда, скорее всего, лука. Вытянул сюда, здесь убил. Наверное, сразу и проходишь отсюда. Ничего тут сложного, очень недокачанный крендель. Не вижу в этом никаких сложностей. Здесь же в другую сторону. Сюда кидаешь, допустим, одного гоба, второго гоба, чтобы вытянуть специально всю банду. Желательно два сразу. Так, два вышло. Тот сюда вышел, тянешь его, допустим, на военный лагерь. Отсюда поставил варвара. Кто, блин, выбил отсюда, отсюда же начинаешь слева направо нападать. Выбил воздушку, дам тебе нормальную хилку. Уже у меня третья. Пустишь сначала первую свою хилку, потом мою третью. Не вижу здесь никаких сложностей абсолютно. Здесь вот много, конечно, ловушек, бомб, всем подобного. Здесь надо вытянуть сразу вот. Смотрим, лук не достает, и лук не достает. База, как ни странно, не вкачанная. Шестой, пятый, четвертый, точнее даже лук. Пятый. Вот сюда сразу, к этой казарме варвар. Потом варвар сюда. И здесь их в углу. Потом сверху вниз выбивать. Выбили, пустили хилку и пошли вниз. Да, будут ноги улетать. Банки сразу не пуляйте, ждите. Зашли, чуть-чуть выбили где-то в этом районе, уже начинаем только банки кидать. Не надо сразу их херячить. Так же с каждым. Здесь, здесь, пожалуйста, еще и ратуша снаружи. То есть, замечательно. Из любого места. Здесь Теслы у него, слева, справа, ничего нет сложного. Выманиваем, скорее всего. Ну, аж пустое место. Сюда надо, скорее всего, запустить одного гиганта все-таки. Выманить сразу все, что выйдет. Оттянуть еще одним варваром. Оттянуть варвара в угол. Ждать, пока дойдут. Варвар еще раз. И выбить их в углу. И начиная с ратуши выбивать их сверху вниз. Вот чувак у них, наверное, не играет просто. У него, наверное, такая же база, просто стоящая в рандоме. Так как база, скорее всего, просто скопировалась. Поэтому у него ратуша снаружи. Ну, если чувак не появится до старта, нам повезло. Одна звезда, даже Саныч бы выбил. Так, тут база интересная. Значит, вытянуть просто вверх. То есть, пустить здесь варвара, варвара и дотянуть с угла. Или справа заходить, или слева заходить. Не по прямой. По прямой будут все орудия бить в одну кучу. Так частями, только эти будут бить или эти будут бить. То есть выбирать оттуда. Дальше следующий здесь. Опять же Теслы. Они какие-то одинаковые базы. Друг у друга покопируют эти корейцы или китайцы. Вот тут бомбу она поставил большие. Я прям бы по прямой заходил. Вытянул бы, вот смотрим, докуда. Вот до этого домика строителя уже орудия не достают. То есть выманить сюда варваром один, второй, чтобы все вышли. Выманить к домику строителя, даже тем же варваром уже не достает. Он стоит, лупит, а лучше луком. Залупить всех здесь, зайти отсюда, всей остальной банды и пройти. Тоже хилы кидать после, спелы, банки. Не все сразу. Здесь у нас тоже выманиваем, скорее всего, вместе с королем в одну точку. То есть запускаем на выманивание сюда. Оттягиваем здесь и убиваем сразу и защиту, и короля. И отсюда же сразу пошли. Сразу здесь выбьем. Заходим сюда. Это обминаем. То есть запускать где-то в сторону короля, дабы все зашли, выбили, зашли сюда. Здесь кинули спелку. Отсюда, если что, слева направо, так вот, точнее, слева низа, направо вверх полетит хилка.
когда выбьется эта ПВОшка. И она уже одна или две, их даже можно клановые кинуть. Всех пролечат до конца. Три звезды должны быть. Здесь ПВОшка с края, но очень много. Очень много, очень много. Здесь ловушек. Здесь, да вымани здесь. Варвар, варвар. Или гиг наверняка. Оттянуть их вниз, убить вниз и отсюда же зайти. Выбить главное вот это ПВО, хоть и тут еще скорее всего ловушки будут. Хилку опять пустить откуда-то. Все пройдет нормально, ребят. Здесь, вот чувак, единственное, вот где неудобно. То есть вот, скорее всего здесь варвар. Здесь варвар, здесь бомба, наверное, скорее всего он так и задумал. Я бы так поставил. Здесь у него, конечно, много дыр. Но тут уже решать нападающим. То есть вытянуть сюда, отсюда выманить клан кастл, дотянуть вот до вот этой казармы или даже до хижин строителя, которые внизу стоят. Убить и отсюда же вот так идти. Не отсюда уже, а вот отсюда, снизу вверх. То есть пробья здесь, 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 потому что здесь, я не знаю, если здесь бомба отработает, можно отсюда уже заходить. Ну, он еще здесь, скорее всего, напхал или здесь. То есть он себе оставил специальное место, много дыр. Проходной. За исключением того, что может времени не хватить. Вот то, что я им говорил. Не надо так вот делать. Это бесполезняк это. Я проверял, две, через две, три даже, по-моему, клетки лупит и маг, и лук. Ему пофиг все. Здесь, значит, сюда выманиваем. Видите, не достает, не достает, достает, но пофиг, сюда не достает, достает. Ну, значит, сюда их вы... Короче, вот сюда выманили к заклинаниям, к этим, к фабрике заклинаний. И можно оттянуть их вот сюда, пусть идут. До сюда точно никто не достает. Здесь убили и пошли отсюда, или вот отсюда зашли, чтобы выбить одну ПВОшку. Ну, все это проходное. Тут очень-очень-очень не вкачаны еще. Вот один четвертый. Третий. Ну, уровень седьмого ТХ. Поэтому и ставят напротив наших седьмых ТХ. Здесь легко выманить вверх. Оттянуть сюда. Отпустить прямо в центре. Они выйдут, выйдут, выйдут. Оттянуть их в угол, убить. И также, наверное, по прямой. Или отсюда заходить, или отсюда заходить. Ничего не вижу сложного. Пешими войсками. Воздух здесь не нужен. Все это сносится. Так, далее, здесь. Здесь чувачок тоже хитро сделал. Вот снизу. Ткнуть варвара, наверное, одного, второго. Выманить его в самый низ. То есть вытянуть его с этой стороны. Просто оттянуть вниз, убить. Тоже ловушки, 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 ловушек много. Много воинов улетит. Не забывайте оставлять. 5 воинов примерно. Чтобы их пустить их в конце. Не тратьте банки сразу. Здесь Леша у нас нападает свинками. Леша, скорее всего, вот здесь, возле хижины, выманить. Сначала клан кастл, оттянуть его к военному лагерю. Ну и там смотри сам. Внутри бомб больших, я думаю, нет. Раз, два, три места. Это где стоят Теслы. Я думаю, это Тесла. Ну, на всякий случай нападай, допустим, отсюда. Так, свинки зайдут, разбредутся две, разбредутся сюда и разбредутся сюда. Я бы нападал отсюда. Ты смотри сам. Второе то же самое. Дыр нету как таковых. Я думаю, это раз, два, три. Это Теслы. Легко нападается свинками. Вот здесь надо сверху вниз выманить. Между этими двумя хижинами строителя. Гигантом. Кланкастовую защиту. Оттянуть ее к хижине строителя наверх. Выбить там. Ну, тоже свинками начать. Скорее всего, отсюда. Легко выносится. Первого неизвестно, как нападать. Что с ним делать. Это тут свинками тяжело. Антихоговская. Антипоросячая очень много, плюс бейсбол арбалеты, которые лупасят во все стороны. Хоть и первого уровня, но шкуру портят ощутимо. Плюс королева пятая, король пятый.
Ну, у многих орудий, конечно, прокачка 8-го ТХ, совсем не 9-го. Вот некоторые до 9-го докачал, лучниц. Ну, посмотрим. Ну, блин, можно вообще рискнуть, конечно, и свиняками напасть. Там видно будет. Все, парни, думайте, нападайте. Заранее пишите. Не на, точнее, не надо заранее просить что-то в нападении. А вот за 15 минут, за полчаса до старта КВ просите. Всем удачи, всем пока.